На ближайшие две недели в Театре драмы все связано с Олегом Янковским. Бюсты, фотографии семейного альбома, когда будущий актер мечтал не о сцене, а о футбольном поле. Каждая столичная звезда, что сейчас приезжает в Саратов, хотя бы немного, но связана с нашим городом. Константин Райкин нашел в Саратове жену, выпускницу местного театрального училища. Поскольку я уже сама преподаю 12 лет, я уже очень хорошо понимаю, как это важно иметь хороших педагогов, и как все у нас в профессии потом зависит от того, у каких педагогов мы учились. С Олегом Янковским Константин Райкин в кино не снимался и на одной сцене не играл. За работой великого мастера наблюдал со стороны, преимущественно из зрительного зала. Он работает на уровне самых высоких мировых, так сказать, величин. Вот он нисколько не уступает Олегу Ивановичу своих каких-то. Я даже, так сказать, могу назвать свои любимые работы, где он играет просто как великий артист. Это просто такая для меня вот хрестоматия актерской игры в кино. На фестивале имени Янковского Райкины привезли студентов. Их, правда, журналистам не показали. И так, для второкурсников слишком большая ответственность. Возможно, кто-нибудь в Саратов еще вернется. Константин Райкин своих учеников настраивает четко. Лучше в провинции, но в театре, чем в Москве, но без сцены. Анна Головчинская, Игорь Шишилин, Алексей Чудин. Новости. Телеобъектив.